меня два вопроса. Скажите, пожалуйста, когда этот проект презентовал один народный депутат, он говорил, что на этой территории будет происходить перегрузка зерна, скажем так, из автомобилей на железнодорожный транспорт, и ни одна машина в город из этого терминала не пойдет. Так ли это? Изначально по разработке... Не изначально, как сейчас, без предыстории. Я подтверждаю, я также слышал идею, и это будет заложено, я полагаю, в техническом задании на подготовку проектно-сметной документации по обустройству, по реализации данного проекта, в том числе и железнодорожное развитие с необходимой сопутствующей инфраструктурой. Меня волнует один вопрос. Большегрузные машины все равно в город пойдут. Да или нет? Частично мы частично, не можем. Но пойдут. Совершенно верно, потому значит, что полностью трафика... Тогда следующий вопрос. Готова ли ваша компания за свой счет отремонтировать улицу Новозаводскую и Турбинную для того, чтобы большегрузный транспорт шел по этим двум улицам в ваши терминалы? Я понимаю, при разработке технического задания на подготовку данного проекта в том числе будут предусмотрены суммы финансовых средств на развитие автомобильной инфраструктуры, в том числе и дорожного хозяйства. Я задаю вопрос конкретный, потому что другого пути попасть на ваши терминалы, кроме как по этим улицам, сегодня в городе нет. Да или нет? Вы готовы строить, ремонтировать капитально эти дороги или строить новую, или нет? Или опять же это все пойдет точно так же, как идет сейчас, и мы на своей комиссии... Только и делаем, что рассматриваем вопрос, как обеспечить проезжаемость по этим дорогам. Потому что у города там 100 миллионов гривен для обустройства этих улиц сегодня нет. По состоянию на сегодняшний день данные автомобильные дороги, упомянутые, они не входят в зону ответственности администрации морских портов Украины. Спасибо, я удовлетворен сейчас... вашим ответом. Спасибо. Киселева. Коллеги и представителям МПУ, я хочу обратить внимание на следующее. То, что МПУ решает свои вопросы за счет города, это безусловно хорошо. Я просто хочу понять, что город получает взамен. И мне не нравится, что этот вопрос был включен в повестку в такой вот способ, потому что я бы к нему больше подготовилась, и дайте мне время тогда по надрегламент, я хочу объяснить, что происходит. Этот вопрос нужно разделить на две составляющие. Первое – это целесообразность для города и для горожан, и второе – соответствие проекта решения нормам законодательства, то, что мы сегодня с вами рассматриваем. Начну со второго. Решение сегодня, которое нам дают, это решение незаконное. И мы его не можем с вами сегодня голосовать. Почему? Потом я вам объясню в процессе. В части затрагивания интересов города, то я приветствую АМПУ в своих намерениях, но я хочу ваше обратить внимание, что по тем документам, которые удалось мне получить в короткие сроки, АМПУ на этом проекте будет зарабатывать порядка 38 миллионов в год. Ну, чтобы вы понимали. И при этом у нас нет с вами четкого понимания, то, о чем говорит Исаков, каким образом дороги города становятся технологической инфраструктурой портовой галузи. Объясню почему. Потому что вообще порты сегодня города используют дороги города Николаева как свои подъездные пути. Потому что когда была первичная проектировка портов Николаева, совершенно был другой грузопоток, в общем много-много чего другого. Есть такое понятие, как селективная территория, подъездные пути. И то, что сегодня в Николаеве происходит, это издевательство над инфраструктурой города с целью зарабатывания денег определенными субъектами хозяйствования. Поэтому... То, что сегодня нам предлагают, решение, в принципе, хорошее, но оно не на часе. Не на часе почему? Потому что нужно правильно подойти к подготовке как проекта решения, так и проектно-сметной документации. О чем я говорю? Я хочу, чтобы ваш комплекс, о котором вы так мило сейчас нам вещаете, не просто вы нарисовали площадку на 36 гектарах, а показали подъездные пути, те, о которых говорит Исаков, сделали организацию дорожного движения и взяли на себя обязательства. Но я прекрасно понимаю, что то, что сегодня нам впихивают, это решает ваши задачи, но вредит интересам города. И дальше я объясню еще, почему решение незаконное. Пусть коллеги выступят, я так понимаю, у них вопросы к докладчику. Поэтому сейчас я за скобки вывожу решение, а как бы по ситуации уже дополнят коллеги. Филевский. Дякую.
Вы знаете, у меня сегодня впечатление, что я в театре абсурда. Это є, як то кажуть, апогея апофеоза. Інакше, ну, слів знайти важко. Згоден з колегою Кисельовою стосовно того, що запропонований проєкт рішення є незаконним, при цьому з декількох позицій одночасно. Починаючи з недотримання вимог закону про доступ до публічної інформації, сьогодні 19-й день цьому проєкту на сайті Миколаївської міської ради, закінчуючи формулюваннями та логікою самого проєкту. Згідно з вимогами, зокрема, Земельного кодексу і Закону України про землеустрій, такого проєкту рішення існувати апріорі не може. Розіб'ю на два аспекти. Аспект перший – стосовно обіцянок, стосовно користі для міста і так далі. Будь-який проєкт рішення Миколаївської міської ради для себе я просію принаймні через два сита. Це сито законності і сито користі для міста. Ні одне, ні інше сито не пропускає цей проєкт рішення в моєму розумінні. Поясню. Нам розказують про 160 мільйонів гривень начебто інвестицій. Хлопці і дівчата, ми взагалі розуміємо, що таке інвестиція і куди вона йде. Ми надаємо за рахунок земель міста, які були направлені на розвиток, зокрема, цвинтаря міського, на вирішення однієї проблеми болючої, державному підприємству, яке фактично за нашою допомогою намагається монополізувати ринок, припинивши доступ до інфраструктури міста з інших боків і фактично загрожуючи повним знищенням інфраструктури міста в напрямку з боку заїзду з Баштанської траси. Далі. Ми взагалі про що ведемо мову? 160 мільйонів – то є витрати можливі плюс-мінус у кошторисі державного підприємства. Вони до нашого бюджету надходять? Ні. Вони якимось чином впливають в позитивному плані на інфраструктуру міста? В жодному разі не впливають позитивно, навіть впливають негативно. Далі. Ми не поважаємо наших мертвих? Ми стикнемося з тим, що нам скоро нікуди буде класти наших вмерлих. І далі це впирається вже в проєкт самого рішення. Ми надаємо право АМПУ, яке наразі не є ані користувачем, ані власником земельної ділянки, на поділ земельної ділянки, яка знаходиться в користуванні нашого КП «Ритуальні послуги». Вибачте, яким чином суб'єкт, який не є ані власником, ані землекористувачем, має підстави і право для поділу земельної ділянки? Яким чином ми під розроблену земельну ділянку, під яку вже підготовлено і фактично реалізовано проєкт під будівництво цвинтаря, надаємо і відтяємо частину землі безальтернативно? Та альтернатива, яка нам запропонована стосовно 48 гектарів десь поруч начебто, вона є спірною. І наразі в нас виникають принаймні дві проблеми, окрім проблеми з законом. Проблема з цвинтарем і проблема з тим, що ми збільшуємо за виступом вельмишановного доповідача обсяг транспорту великовантажного до міста, остаточно вб'ємо інфраструктуру міста з боку Баштанського шосе і по проспекту Богоявленському вулицям Новозаводській та Турбінній, і фактично будемо у розбитого корита. Хто є бенефіціаром цього, зрозуміло, але я не розумію логіки, для чого ми вганяємо місто у такі проблеми. Сейчас государственное предприятие выделяет деньги на накопительную площадку не за бюджетные средства города, и мы что-то еще обсуждаем. Я не понимаю такой позиции на сегодняшний день. Что касается
подхоронений, захоронений, то, о чем говорил мой коллега. Значит, вопросы обсуждались на уровне областной администрации, которая выделяет равнозначный участок для кладбища, который находится рядом там же. Кроме этого, хотел бы сказать по поводу транспортной развязки, которая находится в этой промзоне. Все направление, которое, по которому идут все тяжелые транспортные средства, это Кировоградское направление, Херсонское направление, Киевское направление, которое связано именно в этом узле. Я глубоко сомневаюсь, что профильной комиссией по этому вопросу является комиссия земельная. Мы рассматриваем строительство объекта транспортной инфраструктуры в городе. Поэтому профильная комиссия должна быть комиссия по промышленности и транспорту. И она должна дать заключение о целесообразности или нет строительства этого объекта. Кроме того, этот вопрос обязательно должен быть рассмотрен на комиссии по ЖКХ. Потому что вопрос касается изменения наших планов, связанных с кладбищем. Если это решение по отчаянию будет принято, надо вернуться к программе экономического и социального розыска места Миколаева, где есть пункт о строительстве кладбища конкретно в промзоне 2 по конкретному адресу Херсонское шоссе номер такой-то. Это все надо понимать прекрасно. Я считаю, что подготовленное решение одной земельной комиссии в данном случае недостаточно. Вопрос нужно снять сегодня с рассмотрения, перенести в кулуары, внимательно рассмотреть, принять взвешенное решение. Потому что в противном случае результаты этого необдуманного решения мы будем пожинать долго еще. Потому что, уверяю вас, я приложил достаточно много усилий для того, чтобы определиться с местом для кладбища. Другого места в черте города, чем это, нет. Есть много ограничений, которые нас заставляют идти в это место. А что касается земельного участка, который нам предлагают, сейчас коллега Филевский о нем расскажет, там очень много проблем, связанных с этим участком, раз. И второе, давайте так, пусть они примут решение о передаче участка, мы примем решение другое. Потому что в противном случае, я считаю, что сегодня надо снять с рассмотрения. Я официально заявляю, этот проект решения незаконный. Я хочу попросить вас, Татьяна Викторовна, удержаться от его подписания, потому что в данный проект решения по решению суда может быть признан незаконным, и это может быть положено в основу, извините меня, прекращения ваших депутатских полномочий. Это касательно логики решения и его законности. Вы всегда говорите, что вы за законное решение. Данное решение незаконное. Я не буду сейчас повторять то, что говорил Филевский, и дополнять. Нельзя передавать то, что сегодня принадлежит другому лицу. Это, извините меня, нормы земельного кодекса и нормы разработки землевпорядной документации. Вы сейчас хотите, извините меня, родить, не беременев. Но это отдельная тема. Поэтому предостерегаю вас от принятия данного решения. Согласны с тем, что его нужно отправить на доработку. Более того, мы сегодня проголосовали за новых замов. У нас появился зам, у которого будет курировать данный вопрос. И вот дайте возможность людям, которые сегодня зашли на исполнение функциональных обязанностей, разрабатывать глобальные проекты для города Николаева. Кто там куда спешит, успокоится и подождет. Нас сегодня толкают на принятие незаконного решения. И мне все равно, чьи интересы за ним стоят. МПУ, областной администрации. Хотите принимать решения, выписывайте их в правовом поле. А не торопитесь, извините меня, и не делайте горячие пирожки, которые нам же потом боком и вылезут. Мы сейчас не говорим, повторяюсь, о том, что нужно или не нужно. Да, нужно и это, и кладбище. Но самое главное, что нам нужно, это законное принятие решений. И отстойник должен быть, конечно. Но другое дело, что давайте обратимся к морским портам с тем, чтобы они выделили деньги. И если мы в первом случае даем погоджение, то во втором случае обязательно, чтобы был рассмотрен вопрос при проектировании этого отстоя на ремонт улицы Новозаводская и улицы Турбинная. А если в этом случае морские порты соглашаются, то давайте будем принимать решение. А оставлять это все так, как оно есть, Сергей Михайлович,
Хуже еще будет, поверьте. Ну что, не идут эти машины по Новозаводской? Мы обязать не можем. Мы можем просить управление этих портов поучаствовать в том, чтобы вот эта именно развязка, значит, была, естественно, с их стороны тоже оказана помощь городу. Но это мы можем только прописать. И в дальнейшем мы же будем, мы сейчас даем только, значит, на разработку проекта. А дальше мы будем утверждать этот проект. Поэтому еще раз, не раз мы будем встречаться. Поэтому я прошу, Татьяна Викторовна, сейчас ставьте вопрос на голосование. И нужно с чего-то начинать. Нужно нам это начинать делать. Спасибо. Подвожу черту. Мы поставим, подведем черту уже. Мы поставим проект решения СЗР 558 про впорядкование территории второй промзоны с учетом... Сейчас, одну минутку. Про впорядкование территории второй промзоны Ингульского района вместо Миколаева с метою будівництва комплексу автонакопичення со следующей формулировкой: с учетом доработки в совместном заседании земельной и транспортной комиссии в течение 5 дней и учетом замечаний юридического департамента. Ставлю на голосование. С учетом доработки. За 29, против 5, утрималось 2, не голосовало 4, всего 40, решение принято. Переходим к следующему проекту решения. Ростислав Николаевич. Вельмишановні колеги, я вас всіх поздравляю. Сьогодні сесія, яка за своїм статусом створила прецедент у прийнятті незаконних рішень Миколаївською міською радою. Оте формулювання з доробкою, з доопрацюванням. На жаль, ви мені не надали слова, щоб я звернув увагу ще на одну істотну умову. Справа в тому, що генплан і план зонування передбачає там цільове призначення землі як цвинтар, як кладовище. Без зміни цільового призначення неможливо взагалі щось робити. Більш того, неможливо давати дозволи суб'єкту, який є наразі ніким. Тому в даному випадку рішення, прийняте Миколаївською міською радою, є незаконним, і перепрошую, я усуваюся від подальшої участі в даній сесії. Дякую.